Кока-кола. О, Кока-кола. Табличка, которой 50 лет. Enjoy Coca-Cola. Друзья, всем привет. Я нахожусь, не побоюсь этого слова, в уникальном месте на планете. Это город Вороша. Город находится на Северном Кипре, и этот город заброшен уже 50 лет. Когда-то это был центром туризма. Сюда стекались люди со всего мира, многие знаменитости здесь бывали. Строились отели, бутики, магазины. Но в 1974 году сюда вошли турецкие войска, и город был оставлен жителями. И с тех пор город был закрыт. То есть никто не имел права здесь жить, гулять. И вот буквально несколько лет назад город был открыт для туристов, точнее, часть города. И вот абсолютно пустующие улицы, как вы можете видеть. Вокруг меня вот эти старинные постройки 70-х, 74-го года, то есть все, что строилось до 74-го года, все это сохранилось в том виде, как было. Витрины, магазины, вывески, бутики, рестораны, отели. Сейчас я буду снимать фрагментами, и вы поймете, что это действительно то место, которое стоит обязательно посетить. Смотрите, друзья, абсолютно пустая улица. Единственное, здесь был закатан новый асфальт. И нельзя заходить за вот эти вот ограждения из канатов. Нас военные предупредили, что сюда проходить нельзя. То есть нельзя заходить внутрь домов, а так по улице можно идти. И вот просто представьте себе, что в 74-м году здесь бурлила жизнь. Здесь до 74-го года сюда приезжали знаменитости. Здесь были многие известные актеры, режиссеры, артисты. И это был... Ну, я не знаю, как современный Дубай, да, то есть, если сейчас многие едут в Дубай, то тогда многие ехали из Европы именно сюда, в Ворошу. Жителям Вороши были даны сутки, чтобы покинуть город, и процветающий некогда город был брошен в одночасье, то есть, люди собрали чемоданы и просто унесли с собой только то, что могли. И смотрите, даже вот велось строительство, здесь, может быть, планировался какой-то магазин, отель, ресторан. И вот кран, который был 50 лет назад, вот он брошен просто, и вот арматуры торчат, и все заросло. Надпись Blue Sea Hotel. Она еще из дерева сделана. Вот улица, откуда я пришел. Это тоже здание отелей. Вот за этими зданиями уже находится Средиземное море. Вот это был чей-то частный дом. Рядом уже инжир вырос. Это была чья-то вилла. Вон даже электросчетчики. Я думаю, что вон там строился отель. Или это уже построенный. Там есть, смотрите, кран какой-то. Старый кран торчит. Да, вот торчит какой-то старый кран. Видимо, недостроенный отель. И здесь вот были, наверное, виллы. Это были виллы, и вот смотрите, вот эта вилла, здесь такие вот голубые двери с речными ставнями, и на окне решетки в виде цветочного горшка и растения, даже вот поближе посмотрим. Я просто не могу переходить за веревку, видите, листочки и горшок, это была чья-то вилла. Еще один частный дом, тоже голубые двери с рейками. И смотрите, какие решетки на дверях. Кованые решетки. А вот здесь вот сохранилась надпись Мишельс бар. Ну, это было какое-то частное заведение. Не случайно, конечно, Ворошу называют городом-призраком. Видите, сквозь здание видно море. Это какой-то, видимо, недостроенный отель. А это вот отель, который, видимо, действовал. Кеннеди Корт. Кеннеди Корт. А здесь вот надпись Астериас Отель. И там не видно, вот там за этим окном уже море видно. Все заросло вот таким вот кактусом. Просто густейшие заросли. И вот она уходит. Улочка. В ту сторону улочка. Все это заброшено. Смотрите, с
супермаркет Мелис. И внутри даже витрины какие-то сохранились. Не витрины, а торговые. Торговые оборудование, как это, стойки. Только представьте себе, что вы идете по бывшему туристическому городу, который просто полностью заброшен. Слева от меня море, а с двух сторон улицы, кстати, вот море видно отсюда. Здесь шикарнейший пляж и вот такой вот заброшенный туристический город-призрак. Тоже очередной заброшенный отель. И вот отсюда спуск прямо к пляжу. Когда-то знаменитости со всего мира, да и просто любители, так скажем, туризма съезжались сюда, также, наверное, спускались к морю и могли насладиться Средиземным морем. Друзья, вышли прямо на море. Это вот продолжение города Вороши заброшенного. А здесь другая его часть, и вот вдаль уходит его начало. Вот именно с той стороны города мы зашли. Я не знаю, мы, наверное, километра уже два протопали. А здесь вот пляж. Ну, тот самый знаменитый песчаный пляж, на котором сейчас буквально 2-3 человека. То есть здесь купаться можно. Вот еду сейчас на велосипеде, и передо мной улица Вороши. Одна из улиц Вороши, так скажем. Но мои впечатления таковы. Место действительно стоит того, чтобы его посетить. Я не знаю, это, конечно, такие двойственные чувства. С одной стороны, все это очень интересно, захватывающе, а с другой стороны, печально, что целый город просто, можно сказать, вымер. Многие здания заброшены, все заросло. Короче говоря, сами все видите. Заброшенный кран. Наверное, он строил очередной дом или отель. Bank of Cyprus. Ну, это был, знаете, банк Кипра. О, друзья, мне кажется, я вижу Тойоту. Да, это Тойота. Таун Базар. И впереди я вижу Тойоту. Я не верю своим глазам. Вывеска Тойоты, которой 50 лет. А может быть и 60. Аладдинс кафе. Какой-то Барклейс банк. Я не знаю, может, это какой-то английский банк. И, конечно же, Тойота. Улица справа, туда нельзя. Улица слева, там видите знак, туда тоже нельзя. Можно ехать только прямо. Кстати, на этом перекрестке сохранился старый светофор. Стрелка влево-вправо. На той стороне тоже видите светофор. И там магазины Дельвейс, какая-то Корона, Твинс. Ну, здесь какие-то, видимо, модные бутики были того времени. Друзья, продолжаю свое велотурне по Вороше. Ох ты, кодек, это надо снять. Сейчас я сниму кодек. Витрина кодека. Кодек шоп for souvenir. The shop for souvenir, да, кодек. Короче говоря,
это Kodak. А вот так вот выглядел магазин оптики. А вот еще одна вывеска Toyota. Что может быть более захватывающим, чем ехать по заброшенному городу, некогда крутейшему городу, куда съезжался весь мир, ну так скажем, Дубая 70-х. Именно здесь я сейчас и еду. Короче говоря, этот город надо точно включить в свой авторский тур. Так, Fashion House я только что проехал. Coca-Cola. О, Coca-Cola. Табличка, которой 50 лет. Enjoy Coca-Cola. А вот это реклама Coca-Cola и 7-Up на греческом. Короче говоря, в конце улицы заканчивается наш маршрут. Здесь какая-то историческая мечеть. И тут же есть кафешка, где можно съесть вкусняшку и попить чай. И завершить свою экскурсию. Ну, в общем-то, вот этим местом и заканчивается прогулочный тур по Старой Вороше. Здесь вот улица заканчивается старинной мечетью. Раньше в Вороше жили, естественно, и турки, и греки вперемешку. В общем-то, вот самый конец улицы, и вот вниз это уже дорога обратно.